Местный клуб принимает футбольный клуб «Витебск». Команды, которая прямо сейчас по своим сериям едва ли не лучше в белорусской высшей лиге. Ну, понятно, кто-то у ворота «Витебска». Вот такой вот удар. Мяч, кстати, задевает кого-то из стоявших в стенке и летит за пределы поля. И кто наносил этот удар? Конечно же, Кирилл Цыпенков. Под правую мяч Цыпенков. Теперь Цыпенков подает. И вот он, вот он шанс для того, чтобы открыть счет в этой встрече. Первый голевой момент возникает уже на 6-й минуте матча. Слуцк мог выйти вперед. Еще раз смотрим повтор эпизода. Вот подача, вот удар. Вот играет Дмитрий Харитонов. Добивание не получается. Ну что ж, как минимум двумя-тремя очень красивыми, а где-то и результативными действиями отмечается. Но вот сегодня пока он не заметен. Может быть, до этой минуты. Но здесь не получается передачу у Захара Червякова. Пытался внешне вырезать. Он на бегущего параллельным курсом Варданяна. Не прошла. А вот эта передача. Подача. Отличная подача. И вот, пожалуйста, опасный момент. Никит Мельников бил поворотом. Нет. Цыпенков. Дубинец неплохо включился по правому флангу. Прострельная передача и удар поворотом. Не очень удачно Харитонов сыграл. Но команду выручил. Это было важно. Отличный момент создается. Да, объяснимо, но пока без голевого момента. А Витебск вот так будет жалить. Варданян. Здорово за мяч поборолись, и этот момент сумели создать. Захар Червяков мяч протащил. Червяков бил его. Червяков, да, это не Варданян был. Его опередил, но Червяков снова позицию отыгрывает. А дальше, вот такая передача, вот такой прострел. Ну что ж, редкий шанс для Витебска, и этими шансами надо пользоваться. Вот Ян Скипский сейчас немножко вразрез с футбольными канонами пошел. Смотри, Семенов. Семенов заброс штрафную. И удар последует. И еще угловой мы наверняка увидим у ворот Витебска. И кто? Кирилл Цыпенков пробил. Максимально простая. Бьет сразу в дальний, попытается закрутить. В ближний. Классный удар. Бульон. Нет удара. Ну вот видишь, а он-то этот стандарт действительно получился опасным. Хорошо пробил Дубинец. Даже не в ближний, не в хозяева. И опять мы видим с мячом на этот раз Никита Мельников. Низа прострел. Будет удар. Будет удар, но не будет забитого мяча. Кирилл Цыпенков мог в очередном матче записать на свой счет забитый мяч. Давайте смотреть. Момент великолепный. Во-первых, как здесь Мельников продрался и классно прострелил низом. Низом, заметь, Федь. Еще раз смотрим с этого раунда. Лович. И в штрафную. На обострение. Цыпенков. Момент. И 1-0. 1-0. Выходит Слуцк. Ну что ж, на гол наиграли команды. И, наверное, Слуцк в первую очередь. И Кирилл Цыпенков. Пятый ассист после прихода в Слуцк. Ну а Сергей Пушняков забивает свой очередной мяч. Уже пятый в этом сезоне. Вот так вот работает атака Слуцкий. Смотри, вот он, вертикальный футбол. То, что Александр Гуринович рассказывал у нас в программе «На грани фола». И вот такой дальний удар, очень неточный. Вот Яна Масса. Рассуждение вслух, а пока еще один шанс у Сергея Пушнякова. Снова дуэт этот срабатывает. Очень мягкая, аккуратная подача Кирилла Цыпенкова и Пушняков. Хорош Гирс на фланге. Убегает от Былинкина. Передачу штрафную делает Варданян. Прострел. Брана Овец забирает мяч в руки. Хорошая атака от витебской команды. Карен Варданян хорош на пространстве, мы это знаем. Беда Белас в предыдущем туре не стал уроком. С этими передачами назад на вратаря. В атаке хозяева Пушняков. Прострел, удар, добивание будет. Будет! Бьет! Классный сет Харитонова. Ну, для начала Харитонов неуверенно сыграл. Собственно, он и подарил этот эпизод Руму. Но дальше, конечно, был хорош голкипер. Мощнейший удар Андрея. В былые годы, пожалуй, один из главных специалистов по африканцам. Перехват. Побежал Пушняков. Ты посмотри, опережает Эгедега. Сергей Пушняков на партнера. И это автогол.
кажется, это автогол. Мне кажется, что все-таки успел. Успел коснуться мяча Илья Чешура. Но каков Пушников. Эгедек провел на поле на 60 минут меньше, нежели Сергей Пушников. И в один момент стартовали они от центральной линии. И Серега Пушников как рванул, как обогнал, как опередил. Еще и не пожадничал. Хорош. Хорош капитан Слуцка. Ну, давай смотреть. Вот он эпизод, вот он вроде мяч. Как эмоциональный фон, весьма интересная история. Ну, видите, вот этот план позволяет понять, что болельщики не только на трибуне. Скитов, передача на Гирса, мяч летит в створ. Илья Брановец забирает мяч в руки. Ну что ж, третья подряд Домашинск 1-0. Также был обыгран Торпедо Белас с таким же результатом. Ну и сейчас 2-0. Победа над Жодинским. Победа над...